Привет, друзья, соучастники и случайные посетители. Расцветающая весна богата БЖЖ событиями. Рассказать о них сейчас значит взять на себя ответственность все их осветить. А это значит лишний геморрой, который мы сами себе и придумываем. Но умолчать о них просто невозможно. Итак, о том, что ждет нас в самое ближайшее время. Первый ноу-ги смарт-семинар. Гранд-опенинг нового зала. БЖЖ-встречи на секретных явках. Новости от ACB. Submission only для синих поясов. Революция гимназиума. Несколько поводов увидеться, что стоит посмотреть и где выступить. Начнем с того, что уже в эту субботу, 7 апреля в 15.00, состоится первый ноу-ги смарт-семинар за всю историю проекта смарт-семинар от BGR Freaks. Своими секретами поделится первый черный пояс Российской Федерации и основатель Академии Леон Леонид Готовский. 100% полезно. 100% полезно для любителей грэпплинга, для ММА-практиков и для тех спортсменов, которые в принципе не выступают на ноу-ги и борются исключительно в кимоно. Новые горизонты и возможности. Чтобы попасть на семинар, необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте bjfreaks.com. Ссылочка где-то рядом. Четырнадцатого апреля лига ACBJJ представит свой 12-й ивент, который пройдет в Алматы, в Казахстане. Помимо звезд джиу-джитсу мирового уровня, выступят сразу три российских блэкбелта. Аюб Магомадов, Даут Адаев, Мухаммад Керимов. Никому из этих парней не досталось легкого соперника. Тем интереснее будет, тем больше у наших парней шансов выстрелить. Ребята, пожалуйста, воспользуйтесь этим шансом. Нам ваши победы чрезвычайно необходимы. В ACB, в принципе, я об этом всегда говорю, что в ACB нету слабых борцов. Все борцы сильные, все борцы титулованные. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть возможность тоже пробовать свои силы. Вот. И спасибо, что руководство ACB подтягивает ребят, наших российских джитсеров, грэпплеров, для того, чтобы мы могли показывать тоже, что, то, что мы умеем. Вот. И увидимся на ковре ACB, Казахстан, Алмата. Следите, болейте. А вот уже 15 апреля Казахстан примет азиатский этап отбора на чемпионат мира ACBJJ в ГИ. Asian Open Championship. Регистрация давно открыта, денежные призы расфасовываются по конвертам в крупных купюрах. Дело за малым. Зарегистрироваться и показать себя. А в это время в заокеанской Америкосии пройдет Касай Про 2. К несчастью для американцев, большинство БЖЖ-топов подписаны на лигу ACBJJ. И их местным промоутерам остается довольствоваться тем, что осталось. Кстати, вы наверняка уже слышали, что впервые Гимназиум Кап открыл и взрослый дивизион. Ранее известный как исключительно детский чемпионат, ныне дает и взрослым побороться в готовой атмосфере качественного турнира. 10 ковров, все дела. Сражения пройдут в абсолютных весовых категориях, в дивизионах Adult и Master 1, 2, 3. Приглашаются смельчаки от белого до черных поясов. Причем для белых, которые по определению опасны в первую очередь сами для себя, предусмотрено аж 2 абсолютные весовые категории. Ну и, разумеется, на кону деньги. 10 тысяч за золото в белых поясах, 20 за чемпионство в синих, 30 пурпура и 40 уйдет в объединенную категорию Black Brown Belts. Также в ближайшие полтора месяца у нас будет как минимум 3 повода встретиться и тусануть в стиле BJJ Lifestyle. Для начала, 24 апреля есть предложение найти самый унылый заброшенный спортбар с дешевыми напитками и украсить его своим присутствием.
Хотя бы для того, чтобы посмотреть супербитву Kings of the Mat. Или как там? Kings of Mat. В общем, король татами. Битва пройдет в Абу-Даби и собирает бывших чемпионов World Pro за последние 10 лет наряду с действующими соискателями славы. 100% будет интересно и без нас, но наша туса, несомненно, добавит огня этому событию. Также в самое ближайшее время стоит ожидать анонса Blue Belt Trial Submission Only. Да, блин, пора уже и синим сразиться за бабосики, почет и уважуху. Причем в самой позитивной и легкой атмосфере, которая только может быть в BJJ Competition. Следите за анонсами. Есть еще один скромный повод. 2 года исполняется нашему скромному, но нет, не скромному БЖЖ-сообществу. И это отличный шанс собраться и отметить. Если вы хотите расширить круг знакомств и укрепить дружеские связи в БЖЖ-сообществе, присоединяйтесь. Дата, время и место будут сообщены дополнительно. Стоит упомянуть и о ближайших соревах. После того, как все вернутся с Abu Dhabi World Pro, повоюют на Blue Belt Triale, Май бросает вызов компетиторам. 13 мая намечается рубилово в ги и ноу-ги по правилам Арабской Федерации Джиу-Джитсу, а 19 мая – гимназиум для всех поколений. Регистрация давно открыта на оба ивента. Со дня на день также откроется регистрация на чемпионат мира ACBJJ ги, который по традиции пройдет в Москве. В начале июля ходит слух, что впервые будут добавлены категории Masters. И детские дивизионы. Также к маю ожидаем гранд-опенинг самого большого в Москве, России и Европе клуба БЖЖ и ММА, большой Open Mat и еще куча всего интересного. В общем, не скучайте, ибо скучать некогда, и будьте в курсе всех событий. И будьте в курсе всех событий.